Это что получается? Дождались? И всем привет, ребята, с вами мистер Захватчик. И сегодня мы с вами поговорим об уже официальной дате выхода трейлера Человека-паука 3 «Нет пути домой». Но мы не будем томить и начнем. Ждали долго. И да то ли дождались. Сперва нам говорили о том, что трейлер второй «Паука» выйдет через неделю. Через месяц. 15 ноября. Также нет. Сколько слухов и спекуляций было. Однако все же появилась официальная информация о выходе трейлера Человека-паука «Нет пути домой». И это среда, а именно 4 часа утра. Стандартный промо-материал для выдачи в сеть. Для данной кинокартины, как я и предполагал ранее, еще в прошлом ролике, да еще и до этого. Но! Однако не стоит разбегаться сейчас, потому что здесь еще более интересно. Дело в том, что во вторник, оказывается, будет фан-эвент по Человеку-пауку в Лос-Анджелесе, в котором будет принимать участие сам Том Холланд. А также был замечен Тоби Магуайр, также в Калифорнии, но не Эндрю Гарфилд. Скорее всего, там им анонсируют Spider-Verse, как это можно было увидеть по слитым кадрам по Человеку-пауку 3. Но кроме этого, хотелось бы отметить парочку деталей. Во-первых, сам факт того, что трейлер может выйти в цифре, равняется 50%. Он может выйти как и сразу, так и через несколько часов, или же через определенное количество времени, но уже больше времени, чем сутки там, допустим. Скорее всего, сливов, если трейлер даже не выйдет, придется ждать именно с этого ивента. И будет что-то подобное, как было с Войной Бесконечности на D23 Expo. Как-то вот так вот. Что думаете вы по этому поводу? Не могли бы ли вы написать свое мнение об этом в комментариях? Мне было бы очень интересно об этом почитать. Ну а если вы новый зритель на канале, то не забудьте подписаться на канал, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы новые видеоролики не пропускать. Ну а с вами был я, мистер Захватчик. Всем удачи и еще увидимся.